Прежде всего, я хотел бы предложить мои дадават пранамы моему гуру Падападме, Чишимаду Активенанта Шилавамана Госвами Махараджу. И также Парамахамса Свами Аштатора Шата Шишимаду Активенанта Шила Нарайна Госвами Махараджу. Нитила Правиштам Вишну Пада Аштатора Шата Шишимаду Активенанта С вами Махараджу. И также все наши гуруварги, мои тысячи и тысячи дандават пранамов. Сегодня очень благоприятный день. Тирабау Махотсава Шишимад Бхатила Шилавамана Госвами Махараджа, Шишимад Тривикрама Госвами Махараджа, Шишимад Бхактинанда Госвами Махараджа. Поэтому собравшиеся саньяси, которые собрались, чтобы отметить этот особый день, пожалуйста, примите от меня мои благодарные дандават пранамы. Хари Кришна. Вот. 95. Ванчагалпатарубхешча крипасиндхивачан патитанам павинибхьо вайшнавибхьо намо намо ванде гуру падвандвам бхактавринда саманитам шри чайтаньям ванде нитьянандам саудитам шри нанданандханам ванде радхика чарнадвайам Гопиджан Самаюктан Виндаван Манамарам Аджану Ламбита Бхуйо Канака Вадато Сангиртанай Капитаро Камалайотакшо Вишвамбаро Диджаваро Юга Дхарма Пало Ванде Жагат Приякаро Каруна Ватаро Нама Махавадняя Кришна Према Прадхайте Кришная Кришна Чайтанья Намни Гаурат Крише Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Шри Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Прима Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabse pehle main madhya diksha aur shiksha. Прежде всего, я хотел бы предложить мои дандават пранамы лотосным стопам Шишимад Бхактивинода Шрила Вамана Госвами Махараджа и также Нитила Правиштам Вишну Пада Аштатара Шата Шишимад Бхактивинода Шрила Нарайана Госвами Махараджа Шишимад Бхактивинода Свами Махараджа
Я предлагаю мои дандават пранамы их лотосным стопам и также собравшимся саньяси Чишимад Бхактивиданта Шиламада Махараджу, Шилабхактивиданта Шилавана Госвами Махараджу, Шишимад Бхактилаши Хрихишкеши Госвами Махараджу. Всем вайшнавам и вайшнаве, всем гостям. Сегодня особенный день Тирабхав Махотсава. Шишимад Бхактивиданта Шилавамана Госвами Махараджа. Шишимад Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махараджа. И также Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа. Эти сегодня Тирабхав Махотсава трех Махабхагават Вайшнавов, Махапурош. Божественный уход чистого Вайшнава, Тирабхава. На самом деле Атма никогда не рождается. Точно так же, как благоприятное явление Шри Бхагавана, точно так же день явления Вайшнава настолько важен, является совершенно павитра, чистым. Наша Шри Гуру Варга. Из нашей Гуру Парампары три саньяси, три духовных брата, Шишима Бхактишилавамана Госвами Махарадж, Шишима Бхактишила Тривикрам Госвами Махарадж, Шишима Бхактишила Нарайана Госвами Махарадж, Шилавамана Госвами Махарадж, прежде Саджана Брахмачари, Шила Тривикрам Госвами, Шираданата Брахмачари, а Шила Гурудева его имя, Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа, Абхая Чаравинда Дас. И эти три вайшнава, которые сегодня в особенный день Тирабхав Махотсава, мы отмечаем Тирабхав Махотсава. Когда солнце всходит, и также солнце садится, когда оно всходит, это называется Авербаб Махотсава, когда солнце садится, называется Тирабхав Махотсава. Как можно сравнить в этом материальном мире то служение, которое они совершили, прачар, проповедь во всем мире, и когда их миссия заканчивается, вайшнавы покидают этот материальный мир. Они неразлучны с Бхагаваном, и когда они заканчивают свою миссию, они дальше продолжают свое служение Шри Бхагавану. Нашей Гуру Парампаре Шишимад Бхактивиданта Свами Махарадж, Шишимад Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж, Шишимад Бхактивиданта Шилавамана Госвами Махарадж, как три духовных брата. Единая санга. Я пришел первый раз. Я хотел бы сказать, как я первый раз встретился со своим духовным учителем. История, биография моего духовного учителя Шилавамана Госвами Махараджа. Вначале я был в Бомбее, находился. И затем Шишимад Бхактишиланарайана Госвами Махарадж. И также Навин Брамачари.
Я в то же время находился в Исконе, находился в Бомбее, и в это время произошла первая встреча Чиннарена Госвами Махараджа. В то время Шри Шримад Бхактивинода Чиннарена Госвами Махараджа были праздники, связанные с Бхагавад-гитой. И и в тот самый момент, когда это происходили эти события, я первый раз встретился с Чиннарена Госвами Махараджа и также Шри Шримад Бхактивинода Госвами Махарадж, которые и тогда случилось то, что Чиннарена Госвами попал в больницу, ему нужна была кровь для переливания. И тогда, когда я первый раз встретил его в Бомбее, в то самое время, когда это произошло с ним. Это удивительная встреча произошла первый раз. Сейчас он рассказывает о семье Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа. Его мать звали Кунтала. И когда я первый раз, ну здесь пропустила немножко переводчица, а затем, когда я первый раз в Исконе, был киртан большой, праздники и прекрасные мурти, которые установил Шибад Бхактивиданта Свами Махарадж. И у меня было служение, я иногда полировал виграху и занимался этим служением в Исконе. Когда я первый раз, Бомбей покинул, я никогда раньше не слышал ничего о Чиннарена Госвами Махараджи прежде. Но потом я узнал, что он находится в Матхуре, что Шри Кешаваджи Гаудия Матх. И я слышал очень много о Матхуре Вриндавана, но я никогда не мог приехать в это место. И в то же время я слышал о Гаудия Матхах, но о Гаудия Матхе, но это было просто как информация. И в 1990-91 году первый раз, когда я пришел, чтобы участвовать в Навадвипа Парикраме, приехал. И в 1991 году, после Гора Пурнимы, когда закончился Парикрама, а затем я поехал в Пури. Прежде там никогда не был. После Навадвипы, после Дамши Читания Махапрабху, мы отправились на Парикраму в Пури. Но я даже не мог догадаться, где Гаудия Матх находится в Пури. И вообще я не очень много знал на самом деле, находясь в Исконе. И 21 марта, это был особый день, я пришел в место читания Махапрабху, еще прежде, когда я принял прасад в Майпуре, и я решил, и прежде чем поехать в Матхуру, мы поехали в Пури после Навадвипа Парикрамы. И остановились в Нилачала Гаудия Матхе.
И также затем Пурушоттами Гаудия Мат, который находится напротив Искона, затем читание «Я Гаудия Мат», и я таким образом совершил парикраму в эти Гаудия Матхи. И в Нилачале один, вот в Нилачале Гаудия Матхи в Пуре, в то время, когда я остановился там, мне сказали, что это матх принадлежит также Шанарайна Госвами Махараджу. Оставайся здесь. И в Чатака Парвате в этом также, вы знаете, этот Пурушоттам матх находится, Чатака Парвате. А вот этот Шринилачала Гаудия Мат, потому что этот мат также связан с Шилой Гурудева. Это мат Шилы Вамана Госвами Махараджа, Шилы Гурудева. И я начал постепенно собирать информацию. Я уже собрался поехать после Пури в Матхуру и во Вриндаван, чтобы продолжить парикраму. Но тогда, в то время в Пури, я 7 месяцев там пробыл, и затем приехал в Матхуру. В то самое время Гурудев находился в Шрупа Санатана Гаудия Матхе во Вриндаване. И мы решили совершить Гавардхан, то есть Вриндавана Парикраму, потому что это время было как раз Картика 1991 года. И первый раз, и с того самого момента я начал совершать Парикраму во время Картики, никогда не пропустил ее вместе с своим духовным учителем Шрила Вамана Госвами Махараджа, Шрилой Гурудевой, хотя в то время было в Исконе. Например, если кто-то рождает ребенка, затем заботится, воспитывает его, дает ему образование. Точно так же я чувствовал, что саду, хотя он, я чувствовал себя, что саду, Гурудев, он постоянно заботится обо мне. Как отец, который очень заботливо, с любовью заботится о сыне. Я чувствовал это, когда я пришел к Шри Нарайана Госвами Махараджу. И даже он приходил, я когда был в Матхуре, он часто приходил даже в мой сон. Это в действительности была особая милость. Я хотя этого не заслуживал. Когда я первый раз его увидел в Мумбаи, когда я начал говорить об этом, а в 1991 наконец-то я приехал в Матхуру во время Картики, после Пури. И в это самое время я находился во Вриндаване, совершая Вриндавана Парикраму в Картик месяц. И я спросил Шрилу Гурудева, Шрила Гурудева, что мне делать дальше, когда закончилось. И он сказал, оставайся во Вриндаване. Я хотел поехать в Матхуру вместе с ним, но он меня оставил во Вриндаване. Затем опять пришла Навадвипа Парикрама, я находился во Вриндаване. И вот то самое время Шонарайна Госвами Махараджа, он дал харинам. Почему? Потому что в то время он не давал дикшу. Он сказал, что ачарья Дивананда Гаудия Матха, который являлся Шрила Вамана Госвами Махараджа, и он мне сказал, чтобы я обратился к нему в Исконе. В Исконе я не очень-то хорошо знал об этом, но я когда поехал на Вадвипу, и когда мне Шанарайна Госвами Махарадж сказал, что дикшу ты должен получить на гору Пурниму в Навадвипе от Шрила Вамана Госвами Махараджа. В то время было очень много людей, тысячи-тысячи людей приехали, чтобы участвовать в Навадвипа Парикраме. И два дня прежде, чем Навадвипа Парикрама началась, Я с Киртаном, с группой Киртана, я
мы совершали на Санкиртан. Я в то время даже не очень хорошо разбирался в Навадвипе, не знал, где что находится. В Бомбее я хорошо, прекрасно все знал, все места, потому что я жил там. Но в Навадвипе я не очень хорошо ориентировался. И первый раз после Шрила Вамана Госвами Махарадж, когда я пришел в Баджан Кутир, там было очень много людей. И он спросил, как меня зовут. Я ответил: меня зовут Пурандар Прабху. Шрила Вамана Госвами Махарадж спросил: ты уже получил Харинам? Я сказал: да. В этот момент я первый раз увидел Гурудева. В то время он же все время в Навадвипе, а я начал жить в Мадхуре. И когда я ответил, что меня зовут Пурандар Дас, и я получил... И он спросил меня: а что означает Пурандар, ты знаешь? Потому что как вот река Пурандар, и также что-то какие-то еще слова созвучные твоему имени. А он, на самом деле, он сказал, что это река, это не река Пурандар, это одно из имен Кришны. Затем Шрила Вамана Госвами Махарадж продолжил, что ты оставил дом, родителей, а ты их оставил, поэтому ты как бы совершаешь... И он шлоку рассказал о том, я забыл, к сожалению, эту шлоку, но как бы суть того, что как бы ты оставил своих родителей, ты оставил как бы свой долг, обязанность перед ними, как-то вот в этом ключе. Он обратился ко мне вот с таким вопросом. Я настолько был удачлив, и это особенная милость Господа, что я имел общение с такими возвышенными махабхагават-вайшнавами, такие Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, Шимадвати Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, поэтому я предлагаю им свои искренние поклоны в особый день их божественного ухода. Только что вы сейчас слышали о том, как Шрила Нарасимха Махарадж рассказывал о том, как он первый раз встретился с Шрила Нараяна Госвами Махараджем в Бомбее, затем в Навадвипе со своим духовным учителем Шрила Вамана Госвами Махараджем. И далее прославление... Прославление этих вайшнавов в особый день Тирабхава Махотсава. Очень благоприятный день. Кришная Кришна Чайтанна Намне Гаурати Се Намаха Хе Кришна Курна Синду Дина Ванду Джагатхати Дуги Сагубита Канта Радха Канта Ностуде. Wait, Papra, can I eat it? Ванчару Крипашинду Вивача Падита Нангбабане Моху Вишну. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Шри Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама.
Прежде всего, я хотел бы предложить мои дандават пранамы тысячу-тысячу раз лотосным стопам моему духовному учителю Дикша Гурудеву, Гуру Падападме, Нитялилар Павиштам Вишнупада, Аштатарашата Шишимад Бхактита Шилавама Нагасвай Махараджу, и также мои тысячи поклонов моему Шикше Саньяс Гуру, Нитяда Правиштун Вишнупада, Шатараша, Шишимад Бхактивинада Шила Нарайана Гасвай Махараджа, Шишимад Бхактивиданта Шила Тривикрама Гасвай Махараджа, Шишимад Бхактивиданта, Шишимад Бхактивиданта Шила Свами Гасвами Махараджа. И также собравшимся саньяси Шишимад Бхактивиданта Мадхава Махараджа, Шишимад Бхактикришикеша Госвами Махараджа, Шишимад Бхактиша Нарасимха Махараджа, Шишимад Бхактиша Парамахамса Махараджа, Шимати Умадети, пожалуйста, примите от меня мои искренние дандават пранамы. А сегодня очень благоприятный день. Мы отмечаем Тира Бхава Махотсав. И также сегодня последний день нашей Бхагават-саптахи. В действительности, сегодня седьмой день Бхагават-саптахи. Знаете, сегодня также то, что мы говорим, имеется Гранта Бхагават и Бхакта Бхагават. Гранта Бхагават — это то, что в течение всего этого времени мы прославляли Шримад Бхагаватам. Харикатха также, она ничем не отлична от Господа и является прославлением. Прославлением Шримад Бхагаватам, в которой описывается Прахлада Махарадж, Друва Махарадж, и также все лилы, связанные с Кришной, его день рождения, и также все Враджа-лилы, Враджа-лила, самая возвышенная раса лила. И точно так же Тирабхава Махотсава, трех Махапагават Вайшнавов, сейчас он их перечисляет, она также является наивысшим прославлением, ничем не менее, чем раса лила Шри Кришны. И эти три Махабхагават Вайшнавы, сегодня удивительный день их божественного ухода. В действительности, сегодня последний день Бхагават-саптахи. Таким образом, мы также продолжаем нашу Бхагават-саптаху прославлением наших ачарьев, которые явились колоннами в нашей Гауди Сампрадайи, и также организовали Бхактивиданта Самити, Шишимад Бхактивиданта Шила Вамана Госвами, Шила Бхактивиданта Шила Нарайана Госвами, Шишимад Бхактивиданта Свами Махарадж. Они все объединились для того, чтобы проповедовать Мистер Читания Махапрабху во всем мире. В этой шлоке Брахман же, вы знаете, он является творцом Вселенной. И точно так же в Бхактивиданта Самхите, кто являлся творцом? Шишимад Бхактивиданта Шрила Вамана Госвами Махарадж. Шрила Вамана Госвами Махарадж, он давал дикши инициации, дикши мантры своим ученикам. А Шишимад Бхактивиданта Шрила Нарайана Госвами Махарадж. Небольшая техническая неполадка. То, что Брахма творит, Шишимад Бхактивиданта Шрила Вамана Госвами Махарадж является лицетворением созидания. Он дает жизнь
детям. Ашанарена Госвами Махарадж является защитником, точно так как Господь Вишну поддерживает, покровительствует. Он питает все живые существа, точно так же Ашанарена Госвами Махарадж учит нас, как совершать бхакти. А третья Шиваджи. Какая обязанность Шиваджи? Разрушать материальное творение. А Шрила Тривикрама Госвами Махараджа, его катха была настолько прямая и очень глубокая. В каком отношении он всегда рассказывал, когда рассказывал харикатху, он всегда большое внимание уделял гуру татве, вайшнава татве. И его харикатха, которая разрушала в этот момент все анархи в сердцах слушателей. И поэтому эти три колонны Бхактивиданта Самити в этом обществе являлись воплощением самого Брахмаджи, Вишну и также Шиваджи. Также они были очень сострадательны и великодушны. А мой Гурудев, он был настолько смиренный, настолько терпеливый и настолько великодушный. Он всегда с большим уважением относился к Шрила Нараяна Госвами Махараджа и Шрила Тривикрама Госвами Махараджа. С большим почтением и любовью он относился. Он давал дикшу инициации в начале харинам. Вначале он говорил, вы должны спросить разрешение у Шрилы Нараяна Госвами Махараджа. Вначале вы должны пойти к Шрилы Нараяна Госвами Махараджа и спросить у него разрешение на инициацию. Потому что Шрила Гурудев Шрилы Нараяна Госвами Махараджа давал харинам в Мадхе, в Дьянананда Гаудия Мадхе, в Навадвипе. Шавамана Госвами Махарадж, заняв пост ачарья, он говорил тем ученикам, которые хотели принять у него инициацию, что он не спросил даже Шрилу Нараяна Госвами Махараджа. Для примера. Например, если тот же брахмачари, которые хотели принять брахмачари веш, шафрановые одежды, и хотя Шаваман Госвами Махарадж являлся ачарьем, но в настроении Тринатописуничина Тарура Писа Хишнана Аманы Намана Дена Кирхане Садахарих, он был настолько смирен, он всегда согласовывал все свои действия с Шанарайаном Госвами Махараджем. И они также во время катхи всегда находились рядом. В Шикешаваджи Гаудия Мадхе, Шрила Гурудев, на время Радхастами, когда праздновали этот праздник здесь, в этом месте. И если вы увидите фотографию, тогда вы всегда увидите их, Шрила Гурудева. Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он никогда не садился, прежде чем Шрила Тривикрама Госвами Махарадж и Шрила Вамана Госвами Махарадж садились. Он предлагал им вначале гирлянды, сандаловую пасту, а затем он садился. В нашем обществе Гаудия Веданта Самити, они все пришли в очень юном возрасте. Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Шрила Нараяна Госвами Махарадж, обращаясь к Шрила Вамана Госвами Махараджу, он говорит, что он мой, тот, кто руководит
что Он является моим защитником, Он является всем для меня. И Шрила Вамана Госвами Махарадж, Он отдал все полномочия на служение Шанарайна Госвами Махараджа, полностью доверяя Ему. И если какая-то дискуссия происходила или какое-то недоразумение, Шрила Вамана Госвами Махарадж всегда говорил: вам лучше пойти к Шрила Нараяна Госвами Махараджу. Он развеет все ваши сомнения и все сделает наилучшим образом. Хотя Шрила Вамана Госвами Махарадж был квалифицирован все это сделать, но он всегда отдавал предпочтение настроение смирения. Он всегда относился к Шрила Нараяна Госвами Махараджу с большой любовью. Однажды во время Навадвипы, прежде чем Мадхуру приехать, я был в Навадвипе, в Дивандакауде Мадхи, а затем я приехал в Мадхуру. И во время Гуру Пуджи, Вьяса Пуджи, в течение этого времени мы приготавливали все необходимое для Вьяса Пуджи. देखो सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी में उनके विशाल जो है व्यास पूजा की व्यवस्था की है और सिलीगुड़ी के सबसे विशाल केंद्र है हां और देखो Силигури – это место большое, где мы делали, где была большая проповедь. И तीन ही नौ करके रात और कितने पंडित जो है И в то время вот в Ясапуджи мы отмечали в это Силигури, очень много пандитов пришло, и когда мы прославляли Шрила Вамана Госвами Махарадж, которого называли энциклопедией, энциклопедия Гаудия Матха, а он ответил, однажды мы спросили, сколько Гурудев ты знаешь шлок, он сказал, если я буду в течение недели ночью и днем повторять эти шлоки, я закончу их только через неделю. У него была настолько острая память, Шрила Вамана Госвами Махарадж обладал такой абсолютной памятью. И он настолько подробно знал, если, например, шлока, он знал, какие комментарии к этой шлоке, где упоминается эта шлока, в каких пуранах и какое значение. Все очень подробно, глубоко. Когда он совершал публикацию Гаудия Патрике, издавался этот журнал, он всегда очень спрашивал всегда очень авторитетно, какая шлока она, то есть она была. Если она была указана, откуда источник, как переводится, каково значение, комментарий к этой шлоке, это было настолько. И когда Шрила Вамана Госвами Махарадж служил Шиши Мадхути Прагьяну Кешава Госвами Махараджа, когда он давал классы Харикатху, он записывал. И сразу же, вот это то, что он записывал во время класса, не нужно было проверять. Сразу это все шло в редакцию. Настолько он делал все совершенным образом. И также журнал Гаудия Патрика, он был во всех отношениях абсолютно совершенным. Шрила Мадхути Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, он давал классы, и Шрила Вамана Госвами Махарадж, он записывал, отпечатывал, и ночью все это отдавалось в издательство, а на следующий день уже в Нарасимхапале в каком-то месте это было, где публиковали. То есть ничего, все совершенно было абсолютно правильно, никакой ошибки никогда Шрила Вамана Госвами Махарадж не допускал, когда он цитировал шлоки или описывал шлоки, или же то, что давал Парамгуру в Бхати Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, он был настолько совершенный в Сиддханте, в Татва Сиддханте, очень искусный и знающий.
Я, как уже сказала о том, что мой Гурудев Шрила Вамана Госвами Махарадж обладал качествами тринадописания чина. Я хочу сказать вам, однажды во время Навадвипа Парикрамы в Исконе, кто-то из GBC какой-то большая личность, пришел высокий, такой очень плотный, такая мало у него, наверное, очень большая, мало, наверное, несколько килограмм в руке. В течение парикрамы он пришел и спросил Гурудева Шрила Вамана Госвами Махарадж. इतने कहने पर हमारे गुरुदेव ने क्या कहा हरे कृष्ण क्या बोले तात्पर्य क्या है बोले तुम वैष्णव निंदा कर रहे हो हम सुनना नहीं चाहते हमारे गुरुदेव नहीं कहते तुम चले हरे कृष्ण फिर कंटिन्यू बोलने लगे И он пришел, и он пришел для того, чтобы пожаловаться на Шрила Нараяна Госвами Махараджа в соответствии с Шрилом Бхактивиданта Госвами Махараджем. Что-то хотел сказать. Шрила Вамана Госвами Махарадж, как только услышал, он сказал, как ты можешь критиковать чистого преданного, лучше повторяй Хари Кришна мантру. Хари Кришна. И он больше не стал слушать его. Вся проповедь, и все то, что было... И поэтому затем Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал, если ты хочешь какую-то жалобу, пожалуйста, обратись к моему секретарю, но я не хочу тебя слушать. Почему? Когда кто-то пытался критиковать кого-то из вайшнавов, Шрила Вамана Госвами Махарадж, мой Гурудев, ничего не говорил, а просто повторял Хари Кришна Махамантру. Однажды мой дядя, Шишимад Бхактивиданта Мадхусудан Махарадж, в то самое время его звали Крипа. Его звали Кришна Крипа до принятия саньяс брахмачари имя, а затем ему дали имя Шишимад Мадхусудан Махарадж. И он был ответственный за все служение, ответственный за Гаудия Матха, Дивананда Гаудия Матха на Навадвипе, совершал много служения. И он никогда не просил кого-то делать сева. Он когда видел, он сам все совершал. Во время Навадвипа Парикрамы очень много было служения. И он надевал гамчу, когда заканчивался день вечером, мыл посуду. И внешне казалось, что он как бы обычный брахмачари, который живет в храме. Я тоже тогда был в то время у Дивананда Гаудия Матхи и видел, как мой дядя совершает служение. Шишимад Бхактивиданта Мадхусудан Махарадж, его имя саньяси. В Гаудия Веданта Саммите. От GBC преданные приходили, спрашивали Кришна Крипу, кто секретарь Бхактивиданта Саммите. В то время Шрила Нараяна Госвами Махарадж очень много проповедовал. Он очень много, и также он рассказывал Харикатху. И все приходили и внимательно слушать. И только... Все приходили слушать его катху. Или только Шрила Вамана Госвами Махарадж и Тривикрама Госвами Махарадж не могли прийти. И Кришна Крипа, он спрашивал, иди ко мне. И Шрила Нараяна Госвами Махарадж говорит, ты почему не слушаешь Харикатху? У меня служение. Нет, ты должен все оставить. И тотчас же немедленно прийти слушать Харикатху. Тогда мой дядя Кришна Крипа ответил этим
двум, которые после GBC спрашивали секретаря, кто такой секретарь, он ответил, что Нарайана Госвами Махарадж. И то, а в этот момент, когда они услышали имя, что Нарайана Госвами Махарадж, они тоже покинули Мадха. Шрила Прабхупада Госвами Махарадж настолько был тринатописан и чина. Он никогда не слышал никакую-то нинду, никакие-то оскорбления по отношению к вайшнавам. Он говорил, Крипа Каро, Вайшнава Крипа Каро. Иногда он говорил, если вы даже не успеваете повторять достаточно кругов, это не так страшно, чем когда вы критикуете, и также, если вы слушаете критику от других, это является большим оскорблением святому имени. Во время проповеди Шанарайана Госвами Махараджа, совершая проповедь, Шавамана Госвами Махарадж писал письма собственноручно. Кому-то написал письмо и... Мой Гурудев никогда не говорил, что... Он всегда никогда не считал, что его ученики являются его собственностью. Он всегда делился с Шанарайана Госвами Махараджи. Если нужно было что-то необходимое, он посылал своих учеников, чтобы они могли оказывать служение и также слушать харикатху. И постоянно советовал Шанарайана Госвами Махараджи в большом смирении. Он всегда следовал всем вайшнавскому этикету. А сейчас я хотел бы попросить Шримати Умадити, чтобы она предложила свои пушпанджали, лотосные стопам вайшнавам. Тривикрама Госвами Махарадж, он привел Шримати Умадити в линию Гауди вайшнавизма. Шрила Гурудев, он является Антардьями. कैलाश में जाके पार्वती की चेली बनेगी इसलिए गुरु भाई उमा दिया किया था सब मैं Имя Ума, и некоторые шутили, что «Ой, Гурудев, тебе дал имя Ума, значит, ты наверное, откуда-то из Кайлаша, тебе нужно в Кайлаш отправиться к Шиваджи». Мой Гурудев, Шрила Прабхупада Госвами Махарадж, является Антарьями. Поэтому он шутил, говорил, что тебе нужно отправиться в это самое место, в Кайлаше. И он иногда смеялся, когда видел Шримати Умадити, и вот эта строчка из Баджана, где упоминается Ума также. Он повторял иногда, видя Шримати Умадити. Шипат Тривикрам Госвами Махарадж написал письмо. और से रात का भेद नहीं होगा कृपया मुझे दर्शन देने का कष्ट करें उसे फोन तो नहीं था переводчица не успевает переводить поэтому всё так немного связано Гуэн-Нобин, ло, अभी टिकट करो चलो однажды Он, Тривикрама Госвами Махарадж, обратился ко мне, Навин, ты должен... हुआ क्या दीपराज बुद्ध आ करके साष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव को और श्री नारायण महाराज की जय नारायण महाराज когда Шрила Гурудев первый раз в 1996 году первый раз когда он поехал на запад с проповедью
немножко. Анчану кардата, ислие, мне раха не гея, ислие, мне жут лиха, чама каде. Умаде сам, самне ажа, тора, хо гея? Помч гея, кард? और इस मॉडल उमंती को लाने में इस लाइन में श्री त्रिविक्रम महाराज का अवशेष योगदान है इसलिए मैं सुमाती से अनुरोध करता हूँ к сожалению нет перевода сейчас все как бы готовы услышать все, что скажет Шимадиди прославление Шрила Тривикрама Госвами Махараджа Hare Krishna. Check करके देख लो on है कि नहीं है. Hare Krishna. 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 Прежде всего я хотела бы предложить свои смиренные поклоны тысячи дадават пранама, лотосным стопам моего Гуру Падападами, Нитили Правишну, Вишнупада, Шатарашата, Шишима, Двадхира, Шилавама, Нагасвая Махараджа, и также моему Шикша Гуру Деву, Нитили Правишну, Вишнупада, Шатарашата, Шишима, Двадхира, Шиланарая, Нагасвая Махараджа. И также мои смиренные дандават пранамы лотосным стопам Шри Шримад Бхактивинода Шрила Тривикрама Госвами Махараджа и мои тысячи дандават пранамов Шри Шримад Бхактивинода Шри Шримад Бхактивинода Свами Махараджа всем саньяси Гану, саньяси, собравшимся в этот особо благоприятный день, мои дандават пранамы, также всем вайшнавам и вайшнаве, гостям, всем преданным. Сегодня особенный день, очень благоприятный.
как три, это в действительности особенный день. Три Махапхагават Вайшнава из нашей Гуру Варги. Шишимад Бхактила Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шишимад Бхактила Шрила Тривикрам Госвами Махарадж и Шишимад Бхактита Свами Махарадж. Сегодня день их Тирабхав Махотсава, божественного ухода. И также Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа, Тирабхав Титхи. Эти три особых события, которые объединились вместе в этот особый павитра, совершенно чистый, благоприятный день. Я постараюсь из моих всех моих сил сказать, на самом деле, кто по-настоящему может прославить чистого вайшнава, кто может совершить киртан Гуру Падападме. Мы совершаем киртан. Но бхава, вот это настроение сердца, если у вас нет его, вы на самом деле не можете по-настоящему прославить. Каким образом это возможно? Если вы не испытываете в сердце бхавы особого настроения, любви, почему? Потому что бхава, она, которая находится в сердце, она в действительности является важной для того, чтобы выразить, прославить чистого вайшнава. Но если этой бхавы нет, если вы будете прославлять ваш язык и ваше сердце, также очистится. Поэтому Шримати Умадеви в большом смирении говорит о том, что она очистится, если сможет прикоснуться к славе, трансцендентной славе этих вайшнава. Как мой Гурудев, каким образом он совершал баджан, как он совершал прачар, какое он совершал служение своему Гуру Падападме, как он служил Господу в настроении смирения и какой любовью и заботой он окружал своих учеников. Невозможно прославить, когда вы знаете, когда какую любовь испытывали друг к другу три колонны нашего общества. Гауда Веданта Самити, Шишимад Бхактила Шрила Вамана Госвами Шиланарайана Госвами Махараджа, Тривикрам Госвами Махарадж, как они с уважением, любовью относились друг к другу. Вначале я хотела бы рассказать о Тривикраме Госвами Махарадже. Он всегда обращался ко мне. О ума, очень трудно достичь человеческой формы жизни. Ты знаешь, что в любой форме животной как бы возможно то, что многие имеют в человеческой форме жизни. Но Господь им давал разум, и поэтому согласно разуму, сознанию, вы только в этой человеческой форме жизни можно совершать баджан, ни в какой другой форме животных. Он часто говорил мне такие слова: лишь только человеческая форма жизни, она предназначена для совершения баджана. И внешне он выглядел себя очень суровым, но сердце его было подобно расплавленному золоту. Брамачари иногда даже побаивались Шрила Тривикрама Госвами Махараджа, потому что он их отчитывал, говорил все, что он думает напрямую, для того, чтобы разрушить их ложное эго, помочь им. Он говорил: посмотрите в ваше сердце. Аминь.
आदमी लोग तुमको ज्यादा साधारण लोग बोलते हैं उमा जी तुम बहुत बड़ा भक्त हो और अपना में घमंड हो हम बहुत बड़ा भक्त हो। अरे देखो अंदर कितना पानी में तू खड़ी है и еще ты, как Госвами Махарадж говорил, посмотрите очень глубоко в свое сердце. Все люди, вы считаете, что вы величайшие преданные, но на самом деле вы должны научиться, по крайней мере, с уважением относиться друг к другу. Трината Писуничина, если в вашем сердце смирение и терпение, вы должны себя проверить. Аманена, Манадена. Вы должны с почтением отдавать почтение всем окружающим и ничего не требовать взамен, совершая парикраму. Парикрам Госвами Махарадж всегда участвовал, и он говорил о том, что Харикатха, которая в это время совершалась, он говорил, насколько вы, слушая Харикатху, наставление нашей Гуру Варги, следуете этим принципам. И поэтому у вас нет никакого терпения, и ваши сердца горят от материальных желаний. И он часто обращался так к брахмачари, к преданным. Но я катха, кто-то говорит, я ученик Шиланарайана Госвами Махараджа, ученик Шривамана Госвами Махараджа. Он говорил, а насколько вы погружены в наставление, насколько вы следуете наставлениям своего духовного учителя, насколько вы погружены и насколько вы практикуете то, что вы слушаете. Если у вас динато, смирение, кто такой Трината Писуничина? Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, как Нитянанда Прабху в тот самый день, когда Джагай Мадай хотели атаковать Нитянанда Прабху и нанесли ему рану, но Нитянанда Прабху из своего смирения и терпения, что он сделал? По милости Гаура Читани Махапрабху они обрели прему. Поэтому снова и снова он всегда возвращался к этому стиху Шикшаштакам Шри Читани Махапрабху, Трината Писуничина. Один брахмачари, который следовал всем правилам Писания, он пришел к Тривикраму Госвами Махараджу и сказал, расскажите нам Харикатху. А я спросил, ты хочешь наслаждаться или на самом деле слушать Харикатху? И когда вот какая-то из женщин пришла, он сказал так, и потом он сказал, что у меня и так достаточно времени, и на этом закончилось общение. Насколько он был строг, потому что он, все, что он делал, казалось внешне казалось иногда резким, но на самом деле он помогал преодолеть вот те препятствия в сердце, которые мешают, являются препятствием на пути бхакти. Однажды Кришна Навин, сейчас он Шипат Мадава Махарадж, вы знаете, сказал. Он сказал Тривикрам Госвами Махараджу, «О, Тривикрам Госвами Махарадж, вы тот, кто привел Шимати Умадиди в Гауди Вайшнавис, но она не приходит на классы». Тривикрам Госвами Махарадж говорил всегда очень глубокую сиддханту. Он никогда не говорил о Враджа Гопи, вот о Раса Катху. Но действительно сейчас я понимаю, под прошествие лет, в действительности, насколько была важна эта татва, которую вложил в мое сердце Шипат Трикам Госвами Махарадж. На самом деле это была особая крипа, но у нас нет на самом деле сосуда, чтобы удержать эту милость, вайшнава милость, которую он без причины дарует нам.
Шанарена Госвами Махарадж являлся моим баджана Шикшагуру. Я никогда не считала, что они отличны друг от друга. Шилавамана Госвами Махарадж или Шанарена Госвами Махарадж. Это дикша и мой Шикшагуру, потому что на самом деле это никакой разницы между дикша и Шикшагуру. Тринада Писуничина уже говорили об этом особом качестве вайшнава. Шилавамана Госвами Махарадж, мой дикша Гурудев. Он являлся олицетворением. И также, когда он давал рождение, духовное рождение своим ученикам, и он говорил, обращаясь к Шанарена Госвами Махараджу, что я даю рождение этим маленьким детям, только что родившимся, а ты, Шанарена Госвами Махарадж, должен очищать их, когда, ну, как вы знаете, дети, они совершенно беспомощные. И он говорил, Шанарена Госвами Махарадж, ты должен заботиться о них, поддерживать их, защищать. Однажды Брахмачари пришел к моему гуру Падападме. И он с большой сказал критикой. И там, в общем, один раз Шилавамана Госвами Махарадж узнал об одном Брахмачари, который с критикой относится к Шанарена Госвами Махараджу. И когда он пришел, он сказал, что ты не можешь оставаться в Дивананда Гаудия Матхе до тех пор, пока ты не поедешь в Матхуру и не попросишь прощения Шанарена Госвами Махараджа. Если он простит тебя, тогда ты сможешь вернуться. А если нет, то я тебя не хочу видеть. И он написал письмо Шрила Шринарайана Госвами Махараджу, чтобы он подтвердил насчет того, ну, что далее произойдет. Я не помню, к сожалению, очень многое, но иногда я помню Шипат Мадхава Махарадж, он приходил к моему Гурудже, Шрила Вамана Госвами Махараджу, а Шрила Гурудже Шринарайана Госвами Махарадж также находился там, и я часто приходила и училась тому. Как-то один раз спросил Шрила Вамана Госвами Махарадж, есть ли отличие между дикшей и шикшагуру? Почему? И затем Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал, что нет никакой разницы, поэтому ты можешь поехать в Матхуру и остаться Шринарайана Госвами Махараджем, служить в Шикшаваджи Гаудия Матхе в Матхуре. Шишья на самом деле не является частной собственностью духовного учителя. И это все время подчеркивал Шрила Вамана Госвами Махарадж, как он и посылал своих учеников, чтобы они находились в санге Шринарайана Госвами Махараджа и давал им наставления, чтобы они служили. И он также говорил, что никогда не слушайте о плохом, никогда не говорите о плохом. И никогда не совершайте ниндо, оскорбления никому из вайшнава. Никогда не первое качество вайшнава. В чем заключается? О, они никогда не заботятся, кто является их врагами или кто является их друзьями. Переводчица извиняется, что она не может переводить. Немного непонятно для нее. Как Парам Гурудев говорил также, например, если когда вы готовите сабджи, кто-то делает там, как бы,
Кто-то разного размера режет овощи, фрукты. Но Шрила Нараяна Госвами Махарадж, когда он совершил это служение, он делал это совершенно, настолько все было совершенно одинакового размера. Мой Гурудев, он был очень занят, Шрила Вамана Госвами Махарадж, потому что очень многие приходили с разными вопросами, нужно было решать. Но он никогда не совершал никакой ошибки, когда Парам Гурудев рассказывал какую-то катху, и классы происходили, он записывал все, и у него никогда не совершал ни одной ошибки, когда записывал то, что, о чем говорит Парам Гурудев, и все это потом постепенно как бы публиковалось, издавалось в печати. Гурудев никогда... Гурудев всегда говорил, что Шрила Нараяна Госвами Махарадж является моим покровителем, моим защитником, а к женщинам он всегда относился как к матерям, как к матери. Кто бы ни приходил, чтобы совершить ему пранамы, кто бы ни приходил и предлагал, куда бы он ни приходил, он всегда так же предлагал пранамы всем. Он никогда не имел... И Шрила Вамана Госвами Махарадж, никогда у него не было представления, он никогда не говорил даже, что он принял харинам от Шримад Бхакти Сиддханты Сарасвати Прабхупада. Он никогда не упоминал об этом из своего смирения. А если, например, когда Бхагават Шлоки в Харикатхе, очень часто Парам Гурудев обращался к нему, чтобы он цитировал шлоки во время Харикатхи. И когда, например, записывали имена участников там, вайшнавы собирались вместе и записывали их, он всегда говорил, что меня, пожалуйста, запишите последним. Он никогда не говорил, что он является харинам, учеником Шишимад Бхакти Сарасвати Прабхупада. Он всегда говорил, что он является шишья Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. И с большим уважением он и любовью он относился ко всем вайшнавам. Он является для нас олицетворенным примером, как нужно уважать вайшнавов в садхусанге, как относиться к духовным братьям. Самый возвышенный пример, который показывал Шрила Вамана Госвами Махарадж, это пример истинного вайшнава. Какова татва заключена в дикша мантрах? Что является прайоджаной, конечной целью? Почему мы совершаем бхакти? И какова наша прайоджана, конечная цель? Шрила Нараяна Госвами Махарадж который даровал эти духовные знания, раскрыв их полноту и глубину. Нет слов для того, чтобы выразить мою благодарность. И я молю о капле милости этих возвышенных вайшнавов в благоприятный день их божественного ухода. Привычно извиняться за того, что Шримати Умадеви и ее хинди очень напоминает немного Бенгали, как бы небольшой акцент, и поэтому ей сложно переводить.
गुरु भाई कई बार रिक्वेस्ट किया था, फिर गुरु भाई दो बार चिट्ठी लिखा हरिनाम दीक्षा सब देने के लिए। यद्यपि हम लोगों को, मुझको, देवानंद प्रभु को, बनमारी सब गुरु गुरुदेव ने ही हरिनाम दिया था। ए अनुपम तुम चुपचाप बैठो, तो उधर जब हमारे पहले श्री विक्रम जी अप्रकट हुए, прежде чем Трикрам Госвами Махарадж, на самом деле, как вы уже слышали, что Бхактивинода Трикрам Госвами Махарадж был одной из колонн, о которых уже мы рассказывали, три духовных брата. गुरु भाई देखा अगर मैं उनके तिथि में अप्रकट हूँ जगत से, जब हमारे शिष्य लोग मेरा गुणगान करेगा, मेरे गुरु भाई कभी करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए त्रिविक्रम तिथि को अवलंबन करके हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जगत से अंतर्धान हुए। हमारे परम गुरुदेव में से एक श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनका सन्यास मथुरा मठ में हुआ था, इसमें प्रधान योगदान श्री गुरुदेव का है। Сейчас Шишимад Бхактивиданта Мадхава Махарадж рассказывает о Шишимад Бхактивиданта Свами Махарадж, о том, как он принял саньяс Шри Кешавати Гаудия Матхи. Я хотел бы попросить далее продолжить прославление Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа, и даю слово Шишимад Бхактивиданта Шри Рамачандра Прабху. चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण कृपाय। हरे कृष्ण, कैन यू आस्क यू टू स्पीक लिटिल लाउडली अदरवाइज नॉट मे बी हरे कृष्ण लिटिल लाउडली नमः विष्णुपदाय बिकॉज आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार में निर्विशेष सुनने वाली पाश्चात्य देश कारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्तिविनाम नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित низкие поклоны моему Гуру Падапад, Менителю Правишту Вишнупада, Аштатара Шата, Шишимати Шиланарайана Госвами Махараджу. И также мои Тадават пранамы, тысячу раз лотосы стопам Шишимад Бхактивиданта Шиламана Госвами Махараджу, Шишимад Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махараджу. И также лотосы стопам Шишимад Бхактивиданта Шиламана Бхактивиданта Свами Махараджу, нашей Куру Парампаре. И также собравшимся в саньяси, Шри Рамачандра Прабху перечисляет Шри Падмадава Махараджа, Шри Мадхвактивиданта Шилавана Госвами Махараджа, Шри Бхактивиданта Шридара Махараджа, Шри Нарасимха Махараджа и также другим собравшимся вайшнавам. Они мне дали микрофон, чтобы я рассказал. И я постараюсь сказать что-то. То, что Махараджу нравится, может быть, или нет, но я расскажу. Сегодня Вамана Госвами Махараджи ке Авирбхав Дивас ка
Я слышал лекцию Шрила Вамана Госвами Махараджа о его Вьясапудже, который рассказывает Шрила Гурудев Шанарайана Госвами Махарадж в день Вьясапудже, день явления Шрила Вамана Госвами Махараджа. Он рассказывал эту харикатху. Я хотел бы также упомянуть. Я хотел бы рассказать то, что я услышал. Я хотел бы повторить. Шипат Мадхава Махарадж, он был очень близок к Шиле Гурудеву, Шанарайана Госвами Махараджу. И также Шрила Вамана Госвами Махарадж, как я слышал, он от других вайшнавов, он пришел в очень раннем возрасте к своему духовному учителю, его отец, он также был шишья Шрилы Прабхупады, и его мать. Что случилось? Техническая неполадка. बातचीत हुई उसमें ये निर्णय ये निष्कर्ष निकला कि प्रभुपाद जी ने उनको हरि नाम भी दिया लेकिन Шрила Прабхупада также дал харинам Шрилы Вамана Госвами Махараджу, когда первый раз он приехал в Навадвипа Парикраму в то время. Эта история связана с 1930 году это было связано. Шиши Мадхвати Ракашидар Махарадж. Он пришел, Шрила Вамана Госвами Махарадж пришел даже раньше, чем Бхактир Шахшидар Махарадж, Клота Синстапам, Шиши Мад Бхакти Сидханта Сарасвати Прабхупада в очень юном возрасте. तो इस्कॉन के स्वामी महाराज जी देखो मैं साथ में ले रहा हूँ वो प्रभुपाद जी के पास 1922 में आएंगे उसकी मैं थोड़ी सी अभी डिटेल्स बताऊंगा जब मैं उनके बारे में बोलूंगा और फिर एक बात बड़ी अच्छी बोली बड़े शर्मीले थे गुरुदेव बोलते कौन कुछ बात मामला Шрила Вамана Госвами Махарадж отличался такими качествами, он был очень застенчивый. Опять Шипат Рамачандра Прабху подчеркивает совершенно абсолютные способности Шрилы Вамана Госвами Махараджа, когда он занимался публикацией совершенным образом, он воспроизводил из глубины сиддханту таким образом, что это было очень легко доступно и никогда не совершал никаких ошибок. Но одновременно с этим он был очень застенчивым и никогда ничего не принимал на свой счет, когда кто-то хвалил его, или же он всегда очень застенчиво относился ко всему, что касалось лично его, потому что вся его жизнь она была олицетворена примером служения Гуру Пада Падме с самого раннего возраста. Когда Шипат Вамана Госвами Махарадж совершал прачар, проповедь, когда он возвращался, он очень многое вносил в публикацию того, что он мог реализовать в течение проповеди.
Он говорил настолько абсолютно правильно все. Сиддханта была совершенно... Шрила Гурудев говорил, что если я сижу, буду сидеть Шрила Вамана Госвами Махарадж, не будет ничего говорить. Он всегда давал в начале слово говорить Шрила Нараяна Госвами Махарадж. А Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Нараяна Госвами очередь, он также никогда не говорил, прежде чем не предложить сказать Шрила Вамана Госвами Махарадж. Иногда они между собой дискуссировали и не могли решить, кому первому говорить. Я помню, однажды, когда первый раз я пришел, я не знал ничего Шрила Вамана Госвами Махараджа, особенно. А затем Гурудев мне сказал, Шрила Вамана Госвами попросил, чтобы он говорил Харикатху. Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал, «Но это для Мадхураваси». И они здесь все из Мадхуры, и поэтому Шрила Нараяна Госвами Махарадж должен говорить. Это было в Мадхуре происходило. А Гурудев часто говорил, здесь имеется в виду Шрила Нараяна Госвами Махарадж, который является учителем, духовным учителем Рамачандра Прабху. Он всегда, когда готовил, он никогда не принимал первым прасад. И когда Шрила Вамана Госвами Махарадж, как Шрила Вамана Махарадж говорил, что во время Вьясапуджи в Салигуре, он Шрила Вамана Госвами Махарадж неожиданно покинул Вьясапуджи. Почему? Потому что у него была где-то встреча, и он должен был присутствовать там и давать харикатху. Поэтому он никогда, Шрила Вамана Госвами Махарадж, никогда не говорил о своих планах. Когда он уезжает, когда какие-то планы, он ничего... Однажды, вы знаете, эту историю была связана, когда он проповедовал из деревни в деревню, ходил в течение длительного времени, и однажды там случилась история с привидениями связанными, которые постучались ему на пути, и он совершил свадебный обряд привидений, которые... Вы, наверное, слышали эту историю. И поэтому... И также Шрила Гурудев часто говорил, он рассказывал, то есть Шрила Вамана Госвами Махарадж с большой любовью, когда вот такие программы были для детей, он рассказывал им всякие интересные истории, связанные. Вот однажды Парам Гурудев его настолько любил. Когда он заболел однажды, он был очень болен. И тогда Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махарадж взял его, Шрила Вамана Госвами Махараджа, в госпиталь, и там очень заботился, чтобы у него было все необходимое. Я, к сожалению, не могу так подробно рассказать об Бхактивиданте Вамане Госвами Махарадже. Но хотел бы немного рассказать о Шишимад Бхактивиданте Свами Махарадже в этот особый прославленный день. Однажды он рассказывает, что Шрила Вамане Госвами Махарадж в одном доме, в его доме часто приходили великие личности, которые посещали дом Шрила Свами Махараджа. Потому что он был из семьи религиозных людей. Его... Но иногда, когда кто-то приходил,
तो मेरे पिताजी ने एक पंडे का एड्रेस दिया और कहा तुम इनके यहाँ रहना, ये मेरी जान पहचान का है। मैं पंडे के यहाँ रहा। Но когда кто-то приходил, какие-то вот, так сказать, махатмы, которые курили или что-то, ну тогда он говорил, что я не верю в таких личностей. И часто он также ездил. Он также часто ездил в Пуре, в каком-то доме тоже какого-то пандита. Как в Бенгале тоже часто в Бенгале употребляют рыбу, а в Сабджи ему дали, там была тоже рыба, что-то такое связано с этим. И когда он увидел, что там находится рыба в этом садже, я не доверяю никаким этим пандиту саду, так называемых. Точно так же вспоминая о том, как в их дом также приходили так называемые панду, махатмы, которые курили и употребляли всякое. И он покинул общение с такими личностями, как бы якобы саду. Это он рассказывает про себя. И он в то время один из его друг пришел к нему и сказал: «Махатма скоро должен прийти». Он сказал: «Я не верю никакому махатме, я уже видел их, которые едят рыбу». Он сказал: «Нет, это не того качества махатма, к которым ты относишься с таким безразличием». Он говорит также по-английски. Он на самом деле является истинным вайшнавом. И тогда я сказал: «Хорошо, давай посмотрим, что это, кто это такой». И я пришел, совершил пранам туху. स्वामी जी कहते हैं, मैंने उनको कहा पहले देश तो आजाद कर ले। Это был Шишимад Бхактита Свами Махарадж, с которым он постречался. И там произошло, и когда он первый раз встретился с Шишимад Бхактита Свами Махараджем во время проповеди, когда он пришел встретиться с ним, у них состоялся разговор. И сейчас Рамачандра Прабху говорит о том, как первый раз Шрила Прабхупада встретился со своим духовным учителем Шишимад Бхактисиддханта Прабхупада, который дал ему наставление проповедовать по всему миру. И как бы более детально, как это все произошло. И тогда я подумал, что на самом деле... В Аллабхаде, это произошло в Аллабхаде 11 лет после этого. Это была первая встреча Шишимад Бхактисвами Махараджа с Шишимад Бхактисвами Махараджа. Но потом в течение длительного времени, 11 лет, не было контакта. Но потом, когда опять они встретились, и он начал слушать Харикатху его, в тот момент он принял инициацию у Шрила Бхактисиддханты Прабхупада. Он сказал, что он даст ему дикшу посвящение. Но ты должен слушать очень внимательно.
अमन कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि वो शायद जिंदगी में 8 बार मिले होंगे प्रभुपाद जी, मेरे हिसाब से तो 8 बार भी मिले कि नहीं आई डाउट है। मैंने तो ये सुना था कि 3 बार मिले हैं। Шрила Гурудев также рассказывал, что тоже очень то есть он говорит о том, что Шрила Прабхупада, он не так часто видел Шишимад Бхакти Сарасвати Прабхупада, несколько раз всего лишь, но первое наставление, которое он даровал ему, чтобы он проповедовал на английском языке и также переводил книги с хинди на английский язык. И также я с первой самой встречи обрел Шрадху, слова духовного учителя, и никогда не забывал. И хотя в Аллахабаде он был окружен очень, как бы он являлся владельцем фабрики фармацевтической, у него была большая семья и много обязанностей, но он никогда не забывал о своем духовном учителе и о том наставлении, которое он дал ему. Он рассказывал о том, что его жена, она была не заинтересована в Бхакти. Она была совершенно как бы непреданной, она не интересовалась этой стороной. Но на самом деле это на самом деле большая милость Господа. Почему? Потому что если бы жена она относилась более как бы благоприятно к тому, чем занимается Шрила Прабхупада, то, может быть, ему было бы сложно уйти. А вот однажды она даже продала Шримад Бхагаватам его, и она сказала, что у нее не было денег для того, чтобы купить чай и какие-то сладости, поэтому она продала Бхагавадгиту, которая... И тогда Шрила Прабхупада, он сказал, ты хочешь жить со мной или ты хочешь пить чай, что-то ты должна выбрать. И также его дети... Они следовали принципам своей матери, не поддерживали Шрилу Прабхупаду. И когда бизнес начал разваливаться, в конце концов, Шрила Прабхупада, по милости Кришны, он все потерял, потому что Кришна, он всегда, как бы сказать, забирает все тех, кого он любит, чтобы ничего не оставалось. И он пришел в Матхуру в этот... Здесь вот есть такая дармашала, Рангали Гад место, и он там в Дармашале занял комнатку. Это недалеко от Ямуны, это место. И наш Шрила Гурудев, он как-то однажды написал в своей катхе, объяснил. И постепенно, вы знаете, что было связано с тем, как он переселился в наш Шикешаваджи Гаудия Матха в то самое время, когда было установлено общество Гаудия Бхакти Самити, он являлся одним из основателей этого общества. На самом деле, я встретился первый раз с Шишимад Бхакти Дасвами Махарадж в 1946 году. Шишимад Бхакти Три Викрам Госвами Махарадж, Шрила Нараяна Госвами Махарадж и Шрила Вамана Госвами Махарадж, они приняли саньяс в 1946 году. Они приняли саньяс в один и тот же самый день. В
В то время, когда Шрила Нараяна Госвами Махарадж увидел Шрилу Прабхупаду в Мадхуре на берегу Ямуны, он сказал: «Прабхуджи, ты должен срочно переехать в наш Мадх». Шрила Прабхупада как бы не решался, но затем, когда Шрила Нараяна Госвами Махарадж узнал от него подробно, что с ним произошло, как он потерял бизнес постепенно, как обычно бывает, тот, кто Господь, если на кого-то желает пролить особую милость, он у него все забирает. И тогда Шрила Нараяна Госвами Махарадж рассказывал, как он просил его, чтобы он принял саньяс, много раз его просил. Муни Махарадж, который жил в этом Шикашаваджи Гаудия Мадхи, его звали тогда Санта Брамачари, и тогда Шрила Прабхупада сказал: «Хорошо, если он принят саньяс, тогда я тоже приму саньяс». И тогда Шишимад Бхати Прагьяна Кешава Госвами Махарадж даровал саньяс. В 1959 году это произошло. Парам Гурудев Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал инициацию Шриле Прабхупаде, а Шрила Гурудева приготовил для него саньяси данду, и также наложил ему тилак, и также он участвовал в вот этой церемонии, совершал киртан. А после Шрила Прабхупада, после инициации в саньяс, он переселился в Дамодар храм во Вриндаване, Рада Дамодар. Шрила Прабхупада каждое санскритское слово переводил на английский язык, и даже сейчас. В его священном писании, комментарии, которые он давал к священным писаниям, каждое санскритское слово было переведено на английский язык. Это особенность того, что все санскритские слова были переведены на английский язык. Каждое значение, это на самом деле, он был настолько образован в санскрите, как Шрила Вишнава Пачакравати Такур, он также в комментариях своих, он упоминал его комментарии Баладева Пушина Прабху, Шрила Вишнава Пачакравати Такура, когда он писал комментарии к Бхагавадгите и другим. И хотя было очень трудно в то время публиковать. И это было очень труднодостижимо. И он все-таки, и он очень работал день и ночь, и в конце концов публиковал первые три. В общем, первые три книги, но именно что не упомянулось. Ну, может быть, говорили. Может быть, это был все-таки Шримад Бхагаватам. А вот это место, где вот здесь недалеко находится магазин, где Шрила Прабхупада покупал бумагу. И он брал ее на плечи и нес эту бумагу, чтобы отпечатать. То есть он полностью. Однажды очень было жарко, Шрила Прабхупада, он сам лично отпечатывал этот журнал «Back to Godhead», и он однажды упал под солнцем, он потерял сознание, когда он распространял этот журнал. И в то время, когда Шрила Нараяна Госвами Махарадж встречал его, Шрила Прабхупада ничего не было. Он был совершенно, у него не было никакой финансовой поддержки. Но Шрила Нараяна Госвами Махарадж сказал, что
что Шрила Прабхупада, он тебе даровал такое наставление, и ты совершенно квалифицирован, поэтому ты должен подготовить себя к проповеди. Для этого нужно принять саньяс. И когда он переехал в Дамодар, в этот храм во Вриндаване, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, и вы знаете, как Шрила Гурудев приходил, они вместе пекли чапати. Шрила Гурудев, Шрила Прабхупада катал чапати, Шрила Гурудев выпекал их. И также они обсуждали всевозможные духовные темы. До того, и тогда Шрила Прабхупада обратился к Шрила Нараяна Госвами Махараджу: если ты прольешь, вы прольете на меня милость, я обязательно смогу совершить эту миссию, поехать на Запад. И хотя я нахожусь в преклонном возрасте, но вот это желание в сердце Шрилы Прабхупада, оно было исполнено, несмотря ни на какие препятствия. Шрила Свами Госвами Махарадж говорил: я очень уверен в том, что никакого сомнения нет, что я обязательно вернусь к Кришне, в его обитель. Но первое, что я должен сделать, наконец-то переплыть через эти океаны и совершить то, о чем Шрила Гурудев, мой духовный учитель, дал мне наставление. Он сказал мне проповедовать в западных странах. И поэтому было очень сложно с визой, там нужно было заплатить большие... В общем, это требовалось финансовых затрат, но несмотря на это, одна женщина, которая имела вот положение, которое высокое, она помогла ему. И наконец-то пришел день, когда Шрила Прабхупада мог отправиться на этом пароходе, грузовом пароходе Джаладута в Америку. И когда... और वीजा इनको लग गया जब ये वीजा लेके आए तो फिर उस जहाज में बैठकर ये и когда наконец-то было заплачено какие-то таксы, в общем, нужно было заплатить и получить визу, которая была очень сложна. Но по милости Господа всё наконец закончилось, и в одном месте Шрила Прабхупада находился в Бостоне в одной семье, когда приехал. И когда он открыл холодильник, увидел там яйца и какое-то что-то еще совершенно. Но, и Шрила Прабхупада говорил, это в этой семье проживаю. И затем, потом, наконец-то, была возможность, и какое-то время Шрила Прабхупада находился в этой семье, готовил отдельно и не хранил свои продукты в этом холодильнике, а причем рассказывает Рамачандра Прабху очень детально. А затем, наконец-то, сняли этот магазин, который называется... который находится недалеко от Томпкинс Сквер, парк, где Шрила Бхактивидата Свами Махарадж начал свой Нама Санкиртан, проповедь Нама Санкиртана. И Шрила Прабхупада часто говорил о том, что эти хиппи, которые пришли ко мне, они обрели хаппи, стали хаппи счастливые. Те, которые принимали наркотики, одурманивающие средства, было очень много в этом районе, где жил Шрила Прабхупада, молодых юношей, девушек, которые собирались в парке. И они явились свидетелями того, что первый раз в своей жизни они услышали святые имена. И Шрила Прабхупада явился тем, который изменил их жизнь.
постепенно, постепенно он начал приглашать их, затем угощать их расагулами, своим просадом, который он готовил собственноручно. Они начали участвовать в киртане, слушать харикатху. И когда Шрила Прабхупада рассказал о четырех принципах, которые должны соблюдаться, вы знаете, это не принятие алкоголя, одурманивающих напитков, и также употребление мяса и так далее. И когда он говорил об этом, все были немножко обескуражены как бы всеми этими принципами. И очень многое происходило в то время. В 69-м году, далее продолжая свою проповедь, Шрила Прабхупада продолжал также делать переводы. И однажды его печатную машину украли, и было очень много связано. Но Шрила Прабхупада, по милости Господа, преодолевал все препятствия. И затем его проповедь начала расширяться. И до 1907 года, как Шрила Гурудева говорил, что не было ни одного города на Западе, везде в горах и даже посередине океана. Люди начали воспевать святые имена благодаря Шриле Прабхупаде. Затем Шрила Гурудева сам лично поместил его в самадхи в 1977 году, 14 ноября. Это тот самый день, который сегодня мы отмечаем, особое событие его божественного ухода. Харе Кришна. Ом Агьянати Мирамдаса Гьяна Анджана Салакая Чаксур Унмилитам Джена Тасмай Сри Гураве Намаха Гураве Гаура Чандрая Радхикая Яйстадале Кришная Кришна Бхактая Тадбхактая Намо Нама. Сабе кар хат ухай бро. Саб со рэйн лэг рэйн. Хула Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Ор ек бар, джор се. Лэгта ес дхуке ху сабе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvapratham, Mere Guru Pada Padma, Nitya Lila Prabhishtam Vishnu Pada Shrotra Sada Sri, Sri Sri Mad Bhakti Sri Rup. Прежде всего, я хотела бы предложить мои низкие поклоны, тысячи-тысячи дандават пранам лотосным стопам моему духовному учителю, Нитя Прабишту Ништупада Шатарша Шишимад Бхакти Шри Руп Сиддханте Госвами Махараджу. И также мои уважительные поклоны Нитя Лила Прабишту Ништупада Шатарша Шишимад Бхакти Шри Нараяна Госвами Махараджу, Шила Вамана Госвами Махараджу, Шила Тривикрама Госвами Махараджу, Шишимадхактирасвами Махараджу, я предлагаю свои искренние дандават пранамы тысячи-тысячи раз, и также собравшимся Триданти Саньяси, Вайшнавам и Вайшнавам, мои уважительные дандават пранамы. Сегодня особый день, благоприятные титхи, и также которые происходят в картику, в месяц, покровительница которого является Шримати Радхарани. А кто является Аштатра Деватой этого месяца картики, сама Шримати Радхарани, когда происходят удивительные лилы, Дамодара лила, Гопаштами, и даже Шарадия раса и многие другие удивительные лилы происходят в этот особый месяц картики, и также
И также на этот месяц, мы знаем, каждый год мы отмечаем особые дни ухода и прихода наших ачарьев. А сегодня Тирабхав Маха Махотсав, трех Махапагават Вайшнавов. В этом джагате, материальном мире, если кто-то умирает, кто-то скажет, он умер, он оставил жизнь. Но мы говорим, адресуя вайшнавам Маха Маха Махотсав. Когда вайшнава покидает материальный мир, они являются необычными. Как Шри Вишнава Тхачакра Тхакура, он говорит в этой шлоке. Каким образом Джива совершенно позабыл о Господе, страдая, претерпевая рождение и смерть в материальном мире, полностью связана родственными узами, семейными узами, постоянно стремится обрести счастье, но счастье в конце концов оказывается страданием, потому что в материальном мире все временно и приходящее. И постоянно находясь в самсаре, в колесе рождения и смерти, джива страдает в этом материальном мире. Мы являемся на самом деле частичкой Господа, мы являемся Его детьми. А если дети страдают, как что родители в этот момент испытывают? Они будут счастливы, они также будут страдать. А если дети страдают, родители еще больше страдают за своих детей. Для того, чтобы спасти эти страдающие души в этом материальном мире, необычные дживы приходят в этот материальный мир. Шри Бхагаван по его беспричинной милости. Как Шри Бхагаван, он приходит не один, он приходит со своими вечными спутниками, точно так же и его концентрированная милость в образе Шри Гуру приходят не один, как Шришла Бхактисиддханта Прабхупада. И сама Шримати Радхарани, она обратилась: «О Найна Мани Маджари, пожалуйста, ты должна срочно отправиться в материальный мир».
и помочь дживам в материальном мире. И ты можешь отправиться не только она со своими подругами, которые являются вечными спутницами. Шишимад Бхактисиддханта Прабхупада пришел в материальный мир, как луна, которая взошла на небе, та луна, которая окружена многими звездочками, которые явились его учениками. И по этой причине святое имя Хари Кришна Махамантра, она распространилась по всему миру, в каждый уголок, в каждую деревню, повсюду святые имена начали звучать. Это на самом деле явилось то, что предрекал Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел со своими вечными спутниками, и из них два его вечных спутника, о которых я хотел бы рассказать, Шримад Бхактивиданта Свами Махарадж. Ничего не слышно. И из всего того, что предсказал Шри Чайтанья Махапрабху, кто на самом деле мог полностью исполнить желание сердца Чайтанья Махапрабху насчет проповеди во всем мире? Это кто совершенно успешно проповедовал по милости Шри Гуру и Вайшнавов, по милости Шри Бхагаванов? Это две особые звездочки, которые окружают Шишимад Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада. Это Шишимад Бхакти Тасвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Шриламана Госвами Махарадж, который является Харинама Дикша Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада. И кто-то спросил Шишимад Бхактивиданта Свами Махараджа насчет вот того сада, в котором растет очень много цветов, и к этому Бхактисиддханта Сарасвати Прабху сказал: на самом деле я нахожусь в этом саду, окружен красивыми, прекрасными цветами в качестве моих учеников, которые продолжают проповедь миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Из них Шишимад Бхактила Шиловамана Госвами Махарадж, Бхактивиданта Шинараяна Госвами Махарадж, Шишимад Бхактила Свами Махарадж и другие занимают особое положение. Например, если лодка, которая на которой нужно переплыть на другой берег реки, и джива, можно сравнить, та, которая тонет в океане материального существования, и что является этой лодкой, которая может помочь им пересечь этот материальный океан существования. Кто находится в этой лодке, которая помогает дживам переплыть океан этого существования? Это наши вайшнавы, о которых Шишимад Бхактивиданта Свами Махарадж. Кто правит этой лодкой?
для того, чтобы переплыть через этот океан. Шишимад Бхактисвами Махарадж, он является очень искусным и также особенным цветочком, который окружает своего духовного учителя, его катха, его проповедь, его прачар, который проповедовал из деревни в деревню, из города в город, по всему миру, миссию Шичитания Махапрабху. И также Шрила Вамана Госвами Махарадж, когда он получил пост Ачарья и он начал принимать учеников, он шел из деревни в деревню, неся на голове свою небольшую поклажу. И он проповедовал. И Шипат Тирха Махарадж, его, к сожалению, нет сейчас, он также совершал прачар в Бенгале, как Шишимад Бхактила Шрила Вамана Госвами Махарадж. Он шел из деревни в деревню для того, чтобы проповедовать. Много учеников приходило. И иногда ученики были настолько бедные. И однажды один ученик позвал своего Гурудева, Шрила Вамана Госвами Махарадж, пожалуйста, приди ко мне в дом. Он был очень беден. Он мне, конечно, очень как типа маленькая хижина, и он очень хотел, чтобы Гурудев пришел в его дом. И хотя он был очень маленький. И Шрила Вамана Госвами Махарадж пришел, но ученик, он из-за того, что был маленький домик у него, хижина, он хотел организовать эту встречу в другом месте. Но Шрила Вамана Госвами Махарадж пришел к нему, и тогда ученик сказал: «Гурудев, у меня нету даже места для тебя, чтобы очень комфортно разместить». Он сказал: «Ты не волнуйся, ты являешься с моим собственным сыном, а я твой истинный отец, поэтому ты не должен думать об этом». И он остался на ночь в хижине своего ученика. Он сказал: «Ну как ты можешь остаться? Ты знаешь, даже там и крыши не было практически. Когда дождь шел, заливало полностью эту хижину. Но Шрила Вамана Госвами Махарадж сказал: раз ты пригласил меня, если я не останусь у тебя, ты очень расстроишься. Я хочу, чтобы у тебя было все благоприятно». И вот там была такая, и вот это из-за того, что крыша текла, и ночью шел дождь, Шрила Вамана Госвами Махарадж не мог спать, он сидел всю ночь. Но он из-за того, что он был настолько терпеливый, он открыл зонтик, накрыл себя и всю ночь просидел в этой хижине своего ученика, несмотря ни на какие обстоятельства, он всегда совершал бхаджан, обладая гуру-ништхой. Наставление своего духовного учителя. Он был настолько предан лотосным стопам своего Шри-гуру. Когда он слушал Харикатху, записывал ее, затем печатал на станке, и однажды случился несчастный случай, и он во время Нады Парикрамы, когда было очень много служения, и день и ночь он должен был закончить работу ночью, из-за того, что он был очень уставший, он не доглядел, и его палец попал под этот металлический пренс, и произошло это то, что он поранил свой палец. Тут же Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж пришел, но он ничего не говорил, он замотал палец и продолжал дальше. Но кто-то сказал: «Парам Гурудев». Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж прибежал и увидел его в этом состоянии, срочно отправил в госпиталь. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж однажды спросил: «Пожалуйста, ответь мне на этот вопрос. Мой вопрос заключается в том, какое значение бхакти, определение бхакти».
Он сказал, для того, чтобы доставить счастье Господу, бхакти, как бы только с помощью бхакти можно служить Господу и доставить Ему счастье. Кто-то говорил, кто-то, в общем, Ария пишет, что я Гьяна Кармадьяна Вритам, вот эту шлоку о Сварупа Бхакти, все трактовали по-разному. Саджана Севака Брамачари, Нашила Вамана Госвами Махарадж, в то время его звали Саджана Севака Брахмачари, который никогда не жаловался и всегда служил своему духовному учителю Вайшнаву, когда бы сколько бы людей не приходили, и сколько бы нужно было служения. В этот момент Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж иногда ночью говорил: «Эй, Севака, Саджан Севака Брахмачари, сейчас же ты должен приготовить и накормить этих людей ночью». Однажды он заболел очень сильно, у него была высокая температура. Но вы на самом деле знаете, если кто-то из вас заболеет, и температура поднимется, и если кто-то ему скажет служение оказать, он скажет: «О, у меня голова болит, у меня температура, как я могу выполнить служение?» Но не в случае с Шиловамана Госвами Махараджа. И когда ночью приехали гости в Мадх, он обратился и сказал: «Саджана Севака, ты должен приготовить прасад». И он встал и готовил. Почему? Потому что когда честно, когда мы прилагаем большое настойчивое желание в служении, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, тогда Гурудев очень доволен нашим служением. А когда Гурудев доволен, то тогда наша духовная жизнь увенчается успехом. Кто такой духовный учитель? Вы должны реализовать его духовное положение. Вот в этой шлоке объясняется положение духовного учителя. Кто такой духовный учитель? Это Севака Шримати Радхарани. Когда Шримати Радхарани, когда Шрила Гурудев доволен нашими настойчивыми желаниями, то значит сама Шримати Радхарани также довольна, что явится большой милостью для нас, и мы будем прогрессировать в духовной жизни. Наши ачарьи, шестеро госвами, Шрупа, Шри Санатана Госвами. Но в то время, когда они были на земле и совершали свои лилы, я не смог прийти в линию читания Махапрабху и обрести знания. Но кто на самом деле помог мне? Кто вытащил меня из колодца материального существования за шикху? Это мой гуру Пада Падма. Поэтому Шри Бхагаван, когда вы обретете ништху в духовного учителя и в Шри Бхагавана, вы будете очень быстро подниматься по ступеням бхакти. Вы знаете, в Бенгалии часто употребляют рыбу. И одна женщина пришла из семьи, муж у нее употреблял рыбу и так далее. В общем, там была такая история, связанная с тем, что она получила не цауцу Шилы Гурудева, Шила Вамана Госвами Махараджа, но муж ее постоянно противоречил, и, в общем, ей приходилось рыбу готовить и многое другое для мужа. И однажды она была очень расстроена. И она очень была расстроена, потому что у нее такое положение, она не может по-настоящему служить духовному учителю.
गुरुदेव खूब बोल पड़े हरे कृष्ण। दूसरी बात में क्या हुआ, उसका पति इतना परिवर्तन हो गया, इतने परिवर्तन हो गया उसका पति, सचमुच से गुरु जी को लेना आना इतने ज्यादा परिवर्तन हो गया। हरे कृष्ण। И далее что произошло, и когда она была в таком смятении, беспокойстве, потому что она уже больше не могла так дальше продолжать, она знала, что не может по-настоящему служить Шрила Вамана Госвами Махарадж, из-за того, что у нее постоянные проблемы происходят, и тогда и она уже была готова даже оставить эту жизнь. Но Шрила Вамана Госвами Махарадж, являясь Атальями, он знал о желании ее сердца, и он сказал ей, что ты, как ты думаешь, для чего тебе была дана человеческая форма жизни, для чего, поэтому ты должна, несмотря на какие обстоятельства, продолжать, и тогда ты, как бы в таком, далее Шридхар Махарадж также рассказывает историю, связанную с тем, что... также с учениками, которые имели определенные проблемы этого же, как-то некоторые приходили к Шриле Вамана Госвами Махараджа как за единственной надеждой и спасением, и он всегда помогал своим ученикам и всем окружающим. Саджана Севака Брамачари, который являлся очень близким спутником Бхактисиддханты Прабхупады, который в свою очередь является Найна Мани Маджари, который является служанкой Шримати Радхарани, его служение, его смирение, как он совершал баджан, как он помогал всем и каждому. Для нас он является олицетворенным примером. И в этот особый день я кланяюсь в лотосы стопам и прошу о капле милости. Завтра моего духовного учителя особый праздник его божественного явления. Из-за того, что коронавирус, и сейчас как бы есть большие ограничения, поэтому этот праздник произойдет в Рупа Санатане. Завтра, пожалуйста, приезжайте все к нам во Вриндаван, в Рупа Санатана Гаудия Матх. И прежде мы всегда посещали матх моего Гурудева, но в этом году это будет Рупа Санатани с утра. Мы предложим ему Пушпанджали, Гуру Пуджа, и затем будет программа. К сожалению, время уже закончилось. В течение 7 минут я хотел бы дать слово Виджая Прабу, а затем будет Арати, Мадьяник Арати, а преданные, которые приехали из Дели и также из Матхуры, но я хотел бы вначале предложить слово гостям, которые приехали. Виджай Кришна Прабу и Тхира Кришна Прабу из Вриндавана будут говорить. हम लोगों को 7 मिनट में भवसागर पार करना है। Вы должны пересечь этот океан. Мы все вместе должны его пересечь, этот океан материального существования. У меня всего лишь дали 7 минуточек для того, чтобы я его переплыл. Я хочу предложить свои дандават пранамы. Я хотел бы добавить, что дживы, они приходят и умирают, и снова, и снова. И в этом колесе рождения и смертей они находятся.
рождения, болезни, старости и болезни. Но как же можно пересечь этот океан, этот, выбраться из колеса рождения и смерти? Девять месяцев ребенок находится в перевернутом состоянии в лоне матери. И думает в этот момент, о, человеческая форма настолько, настолько бесценна. И животные точно так же, как и люди, они спят, защищаются, питаются, совокупляются, так же, как и люди. Но почему же человеческая форма жизни, она так редкая и настолько дорогая? Почему? Потому что если шабда Брахман войдет в наши уши, проникнет через наши чувства и войдет в наше сердце, это возможно лишь только в человеческой форме жизни. Мы можем использовать свои чувства и также занять их в служении Господу. Потому что человеческая форма жизни. И когда вы обретаете реализацию, из-за того, что в человеческой жизни так очень много страданий, и все то, что временно, все и приходящее, но тот, кто становится на путь преданности, изучая Священное Писание, с помощью разума, который нам Господь дает в человеческой форме жизни, мы можем как, например, если кто-то спит на крыше, и вдруг дождь пойдет, большой ливень, вы сразу же проснетесь и сразу же спуститесь вниз, чтобы защититься. А что произойдет, если вы не проснетесь? Как шастры говорят? Говорят, проснитесь, проснитесь, вы находитесь все в лесу, который охвачен пожаром. Что такое означает на самом деле проснуться? Это значит иметь общение с Адо. Это самсара, в которой все страдают в материальном мире. Она не прекращается, подобно плену, который постоянно держит живые существа в этом колесе рождений. Когда вы принимаете приют лотосный стоп духовного учителя, и с этого момента вы начинаете просыпаться к духовной жизни. Но если у вас нет почтения и уважения к вайшнавам, как Шрила Прохлад Махарадж говорит в этой шлоке, в общении с саду, и все зависит от вашего общения. То, что вы обретаете, то вы и получаете. Дикша и Шикша Гуру, которые являются неотлично друг от друга, как Рупа и Сварупа Кришны, они совершенно неотличные. Точно так же и Дикша и Шикша Гуру, они являются проявлением Сварупы и Рупы Кришны, они неотличны друг от друга, как, например, Шрила Вамана Госвами и Тривикрама Госвами Махараджа. Шрила Вамана Госвами Махарадж давал дикшу посвящение, а Шрила Тривикрама Госвами Махарадж являлся шикша-гуру. Из-за того, что их отношения были были настолько доверительные, Они были всегда готовы послужить друг другу. А многие сейчас в материальном мире из-за того, что не имеют духовных знаний, поклоняются полубогам. И Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, являясь тот, кто разрушал вот эти все неверные представления в сердцах учеников. А Шрила Вамана Госвами Махарадж, он являлся тот, кто созидал. Он с помощью дикши мантры он пробуждал это семя бхакти, чтобы оно росло в сердце. И также
как Шрила Нараяна Госвами Махарадж, Шрила Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, их общение было настолько возвышено. Шрила Тривикрама Госвами Махарадж постоянно говорил о смысле человеческой формы жизни, об этом колесе рождения и о том, что на самом деле является очень редким в этом материальном мире. Когда он говорил, казалось, что все это внешнее, но на самом деле те знания, которые он даровал, они были непосредственно из трансцендентного мира. Мы находимся здесь в материальном мире. Как же мы должны очень принять то важное, а что является самым важным, обрести приют простодушно и с искренним настроением сердца служить Гуру Падападме, который является концентрированной милостью Кришны. В этот день благоприятный мы празднуем Тирабал Махотсава, великих вайшнавов. А сейчас Шри Кришна Прабху далее продолжит. Раньше Шри Кришна Прабху жил в Матхуре, являлся нашим ачарьем Матхуравас, для всех Матхураваси. Каждый день он давал классы, и все были очень, очень счастливы, слушая его харикатху. Гураве Гаурачандрая Радикае Тадале Кришная Кришна Бхактая Таду Бхактая Намо Нама Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе. Все ли Матхураваси? Все Матхураваси. Когда я увидел вас всех сегодня, это в этот особенный день этой встречи. Я знаю, что все уже проголодались, время идет уже к обеду, и время очень мало. Я, к сожалению, не смогу. По-настоящему прославить то, что является совершенно невозможным, по-настоящему прославить божественный уход наших вайшнавов, то, что я слышал от Шипатвана Махараджа и также от других вайшнавов, когда Махапуруш вайшнав. И если вы посмотрите на жизни Шрила Вамана Госвами Махараджа, вы знаете, раньше было очень трудно заниматься печатанием. Сейчас это все делается автоматически, а раньше это было все вручную. Когда саджана севака брамачари, в этот момент, когда он совершал служение, нечаянно его палец попал под пресс этой машины, и он поранил, не поранил, в общем, его отрезал палец. Из-за того, что было очень много крови, он подумал, что завтра я должен закончить эту работу, это служение. Он замотал палец и начал продолжать далее печатать. Кровь, она шла. И когда Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж узнал об этом, он горько плакал, взял его на колени, отправился с ним в госпиталь в Калькутту. Это мамата, снеха, особое чувство близости, любви и привязанности, которое существует между истинным духовным учителем и истинным учеником, ради которого Гурудев готов был пожертвовать своей жизнью, а Шрила Вамана Госвами Махарадж готов пожертвовать своей жизнью ради своего Гурудева. Шишимад Бхакти Веданта Свами Махарадж, Шишимад Бхакти Тривикрама Госвами Махарадж, Шишимад Бхакти Шрила Вамана Госвами Махарадж, эти вайшнавы, которые пожертвовали все своей жизнью ради Гуру Севы. Шрила Вамана Госвами Махарадж является олицетворенным примером Гуру Севаки.
одно особое наставление, которое давал Шрила Вамана Госвами Махарадж. В чем оно заключается, это наставление? Вы должны терпеть. Если вы не в состоянии терпеть, тогда вы никогда не сможете остаться там, где вы находитесь. То есть его наставление заключается в том, что вы должны обрести качество терпения. Сколько времени он находился в Мадхе? И он жил там с раннего возраста и до конца своей жизни. И он говорил, тот, кто не в состоянии терпеть, он не может оставаться в Мадхе. И также сегодня особый день ухода Шрилы Тривикрама Госвами Махараджи. Мать Умадиди, она рассказывала очень возвышенным образом о качествах Шрилы Тривикрама Госвами Махараджа, прославляя его сегодня. Как Пуджапад Махарадж также заметил, вот в этой шлоке объясняя, हमारे मन के भ्रांतियों को दूर करने में सक्षम है बाकी कोई सक्षम नहीं है इसलिए दुष्संग को त्याग что нет никакого пути нет никакого пути Вы должны иметь общение с саду, саду-санге, и лишь только это поможет вам очистить ваше сердце. И поэтому вы можете дальше продолжать жить ради служения духовному учителю Вайшнавам, Шри Гуру и Шри Бхагавану. А сегодня также... А нет перевода. Продолжая говорить о Шри Тривикраме Госвами Махараджи, он говорит о том, что он... Она не может. Когда Свами Махарадж совершал проповедь по всему миру, он следовал наставлениям своего духовного учителя Шишимад Бхактян Свами Махараджа, какое настойчивое желание он совершал для того, чтобы проповедовать в Бостоне. Он жил в одной семье. Например, если вы, например, всю жизнь живете в Индии, являясь вегетарианцем, совершаете баджан, духовную практику, но когда Шрила Бхактивинода Свами Махарадж попал в семью, где питались мясом и очень многое другое, каким он был терпеливым ради проповеди, он не обращал внимания на это все внешнее, потому что он знал цель, ради чего он приехал, и это цель служения духовному учителя. Поэтому будь такими же настойчивыми, терпеливыми, как эти вайшнавы. И вы должны в этот особый день молиться лотосным стопам этих вайшнавам о их беспричинной милости, предложить им пушпаджали, их лотосным стопам настроение смирения. Молитесь в глубины сердца, чтобы они одарили нас беспричинной крипой, чтобы мы могли так же, как они, следовать духовной практике и служить духовному учителю. Завтра день явления Шишимад Бхакти Шируп Сиддханте Госвами Махараджа еще раз объявили, что завтра в Шрупа Санатане будет большой праздник его явления. Хари Кришна.